Время мы будем засекать по нашему смартфону, грубо говоря, если мы это делаем дома. Приложение Tabata. У него стандартная функция – это 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. Таких раундов у нас 8. Все это помещается в 4 минуты. Сейчас мы будем делать вторую часть этого упражнения. Это такие же прыжки из обруча, но прыжки уже у нас будут вертикальные. Первый раунд. И во второй раунд мы также будем перешагивать вертикально вверх и вниз. Батарейки заканчиваются. Следующее упражнение. Это такие же прыжки. Также перепрыгиваем и перешагиваем. Но все это делаем теперь ногами. Следующее мы будем делать жимы гантелей вверх над собой и выбрасывать вперед прямые удары. Выполняется это упражнение таким образом. Мы встаем в стойку. Если правша, то левая нога впереди, левша, правая нога впереди. Немножечко сгибаем колени, чуть-чуть отводим таз назад, наклоняем корпус совсем немножко вперед. Выполняем жимы вверх гантель, 3 жима и бьем 3 прямых удара. 3 жима и 3 удара – это одна серия. Таких серий мы будем выполнять до 5. Сделали одну паузу, сделали 2 паузы. Последнее упражнение – это пресс. Мы садимся на 5-ю точку, руками опираемся назад, ножки держим вместе, ровненько, тянем носочки вперед и переносим ноги через наш конус. Для того, чтобы держать себя в форме, не запускать себя, можно заниматься 3 раза в неделю. От часа до полутора. Если мы хотим чего-то достичь большего, нам нужно чем-то жертвовать. Жертвовать своим временем, своими тренировками. В первую очередь увеличивать количество тренировок, делать уже от 4 до 5 тренировок.